Население Чермалыка Донецкой области за 3 года сократилось на треть. Вблизи села не прекращаются бои. Несмотря на опасность, там остаются около 1000 детей. Взрослые лишились работы. До ближайшего города более 40 километров. О жизни на линии разграничения расскажут наши корреспонденты. Летело, видать, летело. И это вот там взорвалось сзади. Неподконтрольная территория начинается сразу за этой рекой. А дом Валентины Марковны стоит на ее берегу. Внучке Карине столько же лет, сколько длится война на Донбассе. И меня будет. Малышка редко бывает на улице и на реку ни ногой. Опасно для жизни. По этой же причине ребенок не ходит в детский сад. Ничего хорошего нет. Вот эта стрельба, переживаешь за нее и за себя, я уже не переживаю. Я уже отжила 73 года, а вот такое маленькое, она лежит и боится. Мама Карины, тоже Валентина, занимается с дочерью на дому. Это хлеб. Хлеб. Заработать на кусок хлеба женщине непросто. Воспитывает дочь сама. Живут на социальное пособие. Хороший повар, но с началом боевых действий работу потеряла. Ездить на заработки в другие населенные пункты по прифронтовым дорогам рискованно. Не дай бог ранит и все. Потом лечение, все это деньги. Ребенок маленький, вот так вот, чтобы без матери не остался. Раньше семью выручало хозяйство. Все держало, и коровы, и свиньи, все было. Теперь ничего нема, потому что кормить нечем. Теперь старшей Валентине не хватает даже на лекарства. У пенсионерки онкология и сахарный диабет. 3 операции сделала, сейчас опять буду ложиться. Ой. В таких условиях особенно тяжело пожилым людям и матерям-одиночкам. Когда сюда приезжают волонтеры штаба Рината Ахметова, жители Чермалыка выстраиваются в очередь. Гуманитарную помощь получает и Валентина. Этих продуктов семье хватит надолго. И это макароны дают. А это что-то? Масло. Масса. Штаб Рината Ахметова – самая масштабная благотворительная миссия на востоке страны. За все время работы волонтеры раздали 11 миллионов 770 тысяч наборов по обе стороны линии разграничения. В основном только Ринат Ахметов помогает. Практически сейчас никто, ну вот, нигде не получает помощи, только вот у него, что помогает он. Спасибо Ринату Ахметову. Спасибо, что помогает. Если бы не он, что бы мы делали? Делает людям добро. Не выжили многие люди, если бы не вот эта его помощь. Юлия Меньшакирова, Ростислав Сысоев, Александр Шмырев. Для сегодня канал «Украина».